самым пятиметровыми надочек, свет струящий, и лихо рисады, ой, Христос воскресе, счастье, звучит над всей землей, священный напев, и дошли сердца к зарю. Пятиметров, медиаточек, медведя, на такой самый прогрессивный передовой, медиаточек, медведя, Владимир Чебун, парк, единый Россия, герой всех боев, герой всех троих, чеканит по крущатке, победоносный шаг, и в небе разбивает флаг, ура. Парад на Красной площади, болезненный в нем свет, второй президентский срок, Дмитрий Анатольевич Медведев, он самый прогрессивный передовой Дмитрий Анатольевич Медведев, Георгий Шкин, партия МСИР, Анатолий Павлович Чердякова, самый лучший поэма, самый лучший фильм, газета «Сайт». Благодаря Медведеву Дмитрию Анатольевичу, Владимировичу Путину, Светлане Владимировне, Елену Сергеевичу, Ирину Александровну, Марию Владимировичу, Ирину Владимировичу. Поздравьте Медведеву Путина с этими высшими наградами. Лариса Викторовна, мы вас очень просим. И с Днем Победы ветеранов. Поздравьте, пожалуйста. Спасибо вам. Восхищаемся вашим... Ждем, надеемся и верим. Спасибо. Восхищаемся вашим бессмертным годом. Нет, давайте. Тут муж прямо не выключает. Я тоже Медведев. Прекрасно. Прекрасно. Уважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев, уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России, Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас и вашим жарким супругам Степану Владимировичу Медведеву, Владимиру Чепуринову, Александру Марию Владимировичу, Екатерине Владимировичу, Анатолию Петровичу Чердякову, вас, главный герой России, всей планеты, герой нашей непобедимой легендарной армии, ветеранов-победителей, с праздником Великой Победы. Мы вместе близкие, выдвинули на второй Петров Дмитрия Анатольевича Медведева на тысячный форум в регион России. Поддержали мы вместе близкие вместе с редакцией «Красная звезда» лице Ларисы Викторовны «Красный воин» лице Ларисы Викторовны. И уважаемая Лариса Викторовна Медведева, мы вас очень любим, встречаемся с вами.